Привет. Привет. Привет, привет, привет. Его разверни. А, или мы как тебе вот здесь. Здесь. Не, можно было развернуть, чтобы он не гудел. Ну что, он не дует на тебя, не? Мешает, что гудит? Выключай. Очиститель воздуха. Очиститель, увлажнитель, отеплитель. Все на свете. Давай, Макс. Расслабься. Садимся, выпрямляем спину, руки складываем в чашу. Правая сверху мужчин, левая у женщин. Кончики больших пальцев соединяем. Живот ниже пупка приходит в тонус. Сжимаем корневой замок. Красный цвет в области промежности. Визуализируйте. Делаем мулабандху. Живот ниже пупка подтянут. В этой зоне у нас оранжевый цвет под пупком. Дышим областью над пупком. Тут у нас ярко-желтый цвет. Опущены вниз. На область, в которой мы дышим, нижнее центральное дыхание, эту желтую область над пупком. Максимально глубоко вдыхаем, выдыхаем верхней частью живота. Еще раз. Вдох. Выдох, корневой замок держим, живот подтянут. Хорошо, вдыхаем, руки кладем на колени, соединяем указательные большие пальцы. Глаза перемещаем внимание на область сердца и полное начинаем дышать дыхание всем объемом равномерно. Полный вдох,
влево, вперед, назад, дыхательный объем расширяется, и вверх-вниз тоже. Выдох. В этой области, в области сердца зеленый цвет. Вдох, расширяется. Аура зеленого цвета вокруг сердца. На вдохе, выдох. Возвращается. Глаза опущены и смотрят на область сердца. Продержаем, продолжаем корневой замок держать сжатым, живот подтянутым. Визуализируем цвета, дыхание полное. Всем объемом легких вдох, выдох. Глаза смотрят на сердце, зеленый цвет в этой зоне. Еще раз вдыхаем. Выдыхаем. Хорошо, делаем свободный вдох. Выдыхаем половину объема легких. Не капала в хате, делаем выпускное дыхание. Глаза смотрим, сводим в область межбровья. Межбровье синий цвет. Интенсивно смотрим глазами в область между бровей. И ритмичный выдох. Вдох. Импульсный выдох, пассивный вдох. Хорошо, достаточно. Делаем два глубокие до 5 вдохов. Раз, два, три, четыре, пять, выдох. Раз, два, три, четыре, пять. За выдохом наклон вперед. Втягивание живота. Округление спины, шея расслаблена. Подтягиваем живот. Задержка после выдоха, глаза в межбровье. Корневой замок выжимаем, подбородок груди прижимаем, еще чуть-чуть держим. Задержку после выдоха и максимальное втягивание живота. В конце стараемся еще сильнее втянуть живот перед вдохом. До выдоха живот вытолкнуть и свободно до 5 вдохов вдыхаем. 2, 3, 4, 5. Задержка на вдохе с прямой спиной. Шея ровная, макушка вверх. Свербаем воздух. Раз. Дотягиваем в рот и как бы сглатываем воздух. Три, четыре. Держим задержку. Расслабляем шею сзади. Плечи. Живот под пупком подтянут. Глаза в межбровье. Еще подкачиваем. Тянуть и как бы сглотнуть воздух. Тянуть и продохнуть его в легкие. Три, четыре, еще раз. Максимальное расширение. И простукиваем над грудью по бокам. Хорошо. Выдох. Раз, два, три, четыре. Так, задержка после выдоха, живот подтянуть. Прямой спиной втягивание живота, сжатие корневого замка молобанка. Подбородок чуть вниз. Да, выдох и свободно дышим. Вдох. Выдох.
восходящее вдох. По центральной оси тела нисходящий выдох, по центральной оси тела вдох снизу вверх. Глаза вверх, межбровье на вдохе. Выдох, глаза вниз максимально. Опускается язык, замкнут на точке ветра между резцами и верхним небом. Свободно, поглубже. Дышим. Пару дыханий. Еще раз вдох. Восходящий, нисходящий. Прогиб, вдох. Грудь вперед. Выдох через рот, язык наружу. Дышим ртом. Вдох и выдох, трасс язык вытянут подальше наружу. Округляется спина. Вдох, выдох. Горловое сопение. Глубоко, ртом. Еще. В горле визуализируйте голубой цвет. Идите с языком дальше, дальше наружу. И голубой небесный цвет в области горла. Подбородок прижимается к груди, спина круглая, лопатки разводятся. Глаза межбровья, на вдохе шире горло. На выдохе дальше язык наружу. Еще раз, вдох. В мозге горла голубой цвет, яркий выдох. Со вдохом поднимаем голову. Тягиваем язык. Трижды свёргаем воздух раз. Тягиваем два. Проталкиваем легкие три. Задерживаем дыхание, сглатываем спину, расслабляем горло. Настраиваем ровную спину, сжимаем корневой замок и выдыхаем. Весь воздух, выдыхаем. С выдохом. Начинаем медленный вдох. Два, три до 36, либо до 18. 4, 5, 6, дыхаем. 7, спина ровная. 8, стараемся расслабляться. 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 30, 34, 35. 36, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Доктор, раз, два, три, вдыхаем, четыре, пять, стараемся расслабиться, шесть, семь, вдыхаем, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать, двадцать, двадцать четыре, двадцать, двадцать шесть, 6, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Выдыхаем свободно. Ложимся на спину, брюшная помпа лежа, ноги врозь, руки за головой, плечи на пол, если плечи не ложатся на пол, руки можно в стороны положить, так чтобы руки расслабленно легли на пол. Делаем глубокий вдох. Полный выдох. После выдоха задержку. И на задержке после выдоха живот тянуть. Вытолкнуть седмично. Только хватает задержки дыхания. Потом до выдоха несколько свободных дыханий. Останавливаемся. Положение лежа. Дыхание еще раз. Глубокий вдох. Задержка, второй повтор. На задержке после выдоха. Подтягиваем, толкаем ритмично. Вдохом на выдох. Несколько восстанавливающих дыханий. Дышите животом, вдох и выдох. Живот на вдохе поднимается, на выдохе опускается. Еще раз поглубже вдох. Полный выдох.
Третий повтор. Задержка. После выдоха и прокачка. Выдохом. До выдох и три дыхания. Глубоко, свободно дышим. Еще раз поглубже делаем вдох. Выдох. Полный выдох. После выдоха. До выдохи задержка и прокачиваем. Тянуть, вытолкнуть брюшную стенку на задержке. После выдоха динамичный вакуум. Массируем внутренние органы, прокачиваем кровь, лимфу, оживляем все тело, оживляем циркуляцию в нем, обмен веществ, очищение. Выводящий механизм. Хорошо. И перед выдохом делаем давление в живот, выталкиваем и восстанавливающие несколько раз дышим. Оттягиваем ноги к себе, сгибаем их в коленях, носки оттягиваем, руки перед собой. Руки перед собой и двигаемся чуть вперед, чуть наклоняясь вперед. Микродвижение, работаем весом 10 раз. 4, поясница прижата к полу, 5, 6, низко не опускаемся, 7, маленькая прижата, 9, 10. Хорошо, руки в сторону, носки на себя, ноги присогнуты. Вдохнули, с выдохом ноги влево. На пол не кладем, лицо смотрит вправо. Вдыхаем. Колени подтягиваем к локтю. Хорошо. Ноги в центр поднимаем. Вытягиваем вверх, руки за голову и поднимаем крестец над полом. Можно присогнуть колени, но чувствуем низ живота. Хорошо, сгибаем колени, носки на себя, руки в стороны. И с выдохом в другую сторону, вправо опускаем. Вдыхаем. Лицо смотрит на левую руку. Выдох. Взяли ноги, потом нужно выпрямиться. Хорошо, ноги в центр. Оттягиваем носки, руки за голову. Приподнимаем крестец. Зафиксируем. Вдох. Чувствуем нижний пресс. Хорошо, сгибаем ноги, руки перед собой, поднимаем голову, плечи и двигаемся. Раз, два, поясница на пол. Три, четыре, восемь, низко не опускаясь, девять, работаем крестом. И 10, руки в сторону. Носки на себя, опускаем ноги в первую сторону. К левой руке, лицо смотрит вправо. Дышаем. Колени к локтю подтягиваем. Выдох, плечо правое на полу.
Поднимаем на центр. Оттягиваем носки, руки за голову, приподнимаем. Вдыхаем. Можно присоединить колени, если нужно. Сгибаем ноги, разгибаем, натягиваем носки на себя. Выдох, ноги вправо. Лицо смотрит влево. Плечи на полу, вдыхаем, ходим к локтю правому тянем. Хорошо, разводим ноги в центр, носки оттягиваем руки за голову и поднимаем кисти. Зафиксировали. Вдох. Хорошо, сгибаем ноги. Ботики. Себе беремся за колени. Перекат. Верхний упор. Уходим ногами назад. Подворачиваем таз. Фиксируем. Вдыхаем. Развернут. Опускаем плечи вниз. Вдох. Нижний упор. Можно на коленях, локти к себе. Развернут. Выдох. Еще раз вдох. Ложимся на живот, но носки оттягиваем, локти вперед разворачиваем, поднимаемся, подтягиваемся. Выдох, ребра приподнимаем и вытягиваем прямые мышцы живота. Несколько раз дышим, пятки сжаты. Еще раз. Опускаем ребра на пол, руки в кулаки, сжимаем, разводим стороны, вдыхаем, плотно кулаки сожмите, выдох, руки вперед, ноги врозь, носки на себя, колени подтяните и потом поднимите вверх тоже ноги, выталкивая пятки, вдох, толкаем руки, плотно сжатые в кулаки в одну сторону, пятки выталкиваем в другую. Руки, ноги стараемся поднять повыше. Внутренние поверхности рук смотрят друг на друга. Вот так. Выдох. Смотрим в пол, чтобы шея ровная была. Локти выпрямляем, колени выпрямляйте, пятки выталкивайте. Дыхаем. Еще раз вдох. Опускаем вниз. Руки, ноги, подтягиваем к себе. Вдох, подворот таза. Носки прийти на ширине таза. Выдох, отжимаем сверху. И уходим с собаку мордой вниз. Стопы на ширине таза. Лобчик вверх. Руки призгибаются, шея расслабляется. Вдыхаем. Так, Андрей больше прогибается, подталкивает. Нет, колени нормально. Нет, нет. Вот, да, Маша. Так, и копчик выше. Оп, стоп. Так.
Еще раз вдохнем. Шире спину. Да. Проходим ногами, ложимся на спину. Выдох ноги на ширине таза. Спину округляем. Руки подкладываем тыльной стороной под одну лопатку. Тыльной стороной руки под другую, ладони у нас легли на пол. Теперь приподнимите выше плечи и толкните локти друг к другу. Спина должна быть округленная, поясница на полу, плечи тянутся, контур до груди, ноги на полу. И подталкивайте, локти уже, ближе друг к другу. Вот так. Ладони прижаты к полу. Можно подальше надо заводить руки. Включайте пресс. Чувствуйте плечи, чувствуйте пресс. Хорошо, фиксируем. Вдох, приподнимите крестец. Нижний пресс лучше включится. И толкайте локти друг к другу. Почувствуйте вытяжение. В плечах интенсивная. Еще раз вдыхаю. И выдох. Изо всех сил потянулись. Локти толкнули поуже. Хорошо. Выходим из этого положения. Достаем руки. Хоп. Хоп. Беремся за колени. Да? Перекат. Верхний упор. Ногти чуть не согнуты, шея ровная, колени подтянуты. Вдыхаем. Подворачивайте таз. Еще раз вдох. Толкайте пятки назад. Макушка тянется вперед. И ложимся на живот. Вдох. Носки сгибаем. Ну и колени сгибаем. Оттягиваемся. Вытягиваемся. Носки оттянуты, ребра приподняты, спине прогиб. Приподнимайте ребра, чтобы живот потянулся. Еще раз вдох. И выдох, пол толкайте к себе. Хорошо, живот на пол, беремся сверху за носки руками. Одной, второй, за носки. Бедра вверх, отрывайте бедра от подбородок. Вперед, за носки сверху. Сверху, сверху. Вдох, шея ровная, не зажимайте ее, тяните вперед подбородком. Выше плечи, выше бедра, лопатки сводите. Хорошо. Отпускаем носки. Вместе носки. Отталкиваться. Вытягиваемся. Руки перед собой. Вот. Угу.
Дышим как бы в спину, задними отделами легких. Стараемся их активизировать. Прокачать эти задние, околоспинные отделы дыхательной системы легких. Хорошо. Руками за пятки. Локти вниз. Угу. Соединяем лопаткам разойтись. Так, за пятки руками теперь. И расслабляем лопатки. Обязательно хорошо. Взяться руками за пятки, опустить локти на пол и почувствуйте тогда утяжение в верхней части спины. Еще раз вдыхаю. Открываем руки напротив лица. Оп, пойдем. Так, чтобы они были, руки у нас на ширине коврика перед коленями. Пятки сжать. Динамично будем. Вдох внизу. С выдохом подняли таз вверх. Зафиксировали на длину вдоха. Вдохнули. Выдох, опустили таз вниз. Внизу вдохнули. Подталкивая корпус вперед. Прогибая спине. Выдох. Подняли таз вверх. Подбор до груди. Здесь вдох. Выдох, опускаемся вниз. Прогибаемся. Приподнимаем голову, не зажимая шею, плечи назад, здесь вдыхаем. Выдох, подъем. Вдох, в верхнем положении. Выдох, опускаемся. Прогиб, плечи назад, грудь вперед, вдыхаем. Выдох, подъем. Копчик вверх, потру до груди, вес на руки больше. Выдох, опускаемся вниз. Прогиб. Грудь и живот, солнечное сплетение вперед. Выдох, еще раз вверх. Поднимаемся, подбор до груди, фиксируем. Выдох, опускаемся. Прогиб. Хорошо, носки под себя. О. Садимся. Выдох. Прямим спину. С прямой спиной. Выдох. Хорошо, левая рука уходит назад. Вдох. Выталкиваем грудь вперед. Выдох, правую тоже уходим назад. Голова назад. Мы продолжаем сидеть на пятках. Подошвы тянутся, голова ушла назад. Можно на пальцах, либо опустить ладони на пол. Вдыхаем, уводите плечи назад. Так, 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 так. Угу. Выдох, колени на полу, носки под... под себя поджаты, мы сидим на пятках и в таком положении выгибаемся, вдыхаем, пятки стараемся узко держать, подошвы тянутся, еще разок, давайте глубокий делаем, вдох и поднимаем голову, вытягиваясь за подбородком. Правая рука, левая, вернулись на бедра, стягиваем носки. Уходим руками вперед. Оп. Носки у нас вместе, не на ширине таза. Выдох. Поднимаем колени, потом мы переваливаемся на ребро левой стопы, правую ногу уводим
назад за спину и выталкиваем вверх правый бок. Лицом смотрим в пол, вытягиваем правый бок, рука тянется правая, и правый бок за ней вытягивается. Выше, 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 выше таз. Ногу больше сгибай. Ага. Выше, выше. Остается подниматься. Ногу надо открыть на одной линии. Вот тут дико пичет. Не вот эту. Да, на одной линии опирается у нас опорная рука и нога. Рука, опорная нога на одной линии. Плечо, рука перпендикулярно полу. Еще раз. Вдыхай. Хорошо, выходим из этого положения. Оп. Верхний упор. Поднимаем таз на ширине таза. На другую сторону. Перевалимся на ребро. Правая ступень стопы. Левая нога назад. Согнулась. Отталкиваемся правой рукой. Дальше. Смотрим в пол. Вдох. За руку вытягиваем левый бок. Правый бок сжимаем. Выдох. Сильнее, и ближе сюда к себе, И выше, выше отталкивайся этой ногой тоже. Во. Еще раз. Вдыхаем. Выходим из этого положения. Вдох. Опускаемся на колени. Выдох. Левая нога вперед. Выгибаем ее. Подъем. Сзади нога опирается на колено. На подъем. За спиной делаем кистевой замок. Руки назад. Грудь вперед. Подбородок вверх. Вдыхаем. И стараемся не ниже присесть, сильнее согнуть ногу впереди, выдох. Ровно, без разворота стараемся, так чтобы бедро сзади тянулось. Хорошо, меняемся. Левой рукой за правое запястье. Прогнем. Выдох. Выдох. Огибаемся с одной лопатки. Опускаем бедро правой ноги еще ниже. Тянемся руками к пятке правой ноги. Грудь вперед. Хорошо. Корпус подаем вперед. Вдох. Руки вверх. Потянулись за руками с прогибом. Выдох. Руки вверх. Опрямляем носок на себя. Сзади носок в полу притянем правой ноги. И подталкиваем живот. Выпрямленные перед собой левой ноги. Если получается, если живот лег на бедро, наклоняемся полностью грудь и лицо. Выдох. Дыхаем. Стараемся распрямлять, Лучше поставим на ребра так, чтобы эти кирпичики еще даже выше можно их поставить. Так, чтобы они... Выпрямляй ногу. Лучше ее выпрямить.
И живот пока вперед, в таком положении стресса, прогнуться в животе, в спине, оттолкнуть живот вперед. Вот, только шею не зажимай, ровно шею. Так, давай с ней дышим. Вдох. Два. Три. Четыре. Пауза. Два. Три. Пять, шесть, семь, восемь, пауза. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Пауза. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пауза. Хорошо. Пойдем. Руки вперед, нога назад. Другая нога вперед. Сгибаем ее в колени. Хорошо. Поднимаемся. Вдыхаем. Вес на переднюю ногу. Выдох. За спиной делаем кистевой замок. Выворачиваем его. Дышим. Приседайте ниже, опускайте ниже бедро левой ноги. Выдох, руками тянитесь дальше к пятке. Отталкивая живот вперед к бедру. Меняем замок. Пальцы сместили на один, выворачиваем. Дышим. Еще раз вдох. Раз, ровно, без разворота. И вы. Корпус вперед. Замок отпускаем, руки вверх со вдохом. Потянули. Вытянули. И выдохните. Выпрямляем. Носок на себя. Сзади носок в пол. Живот толкаем к бедру прямой ноги. Наклоняемся постепенно вперед. Выдох. И дышим. Вдох. Живот прижать, потом опустить грудь. Выдох. Уклонить голову. Расслабить шею. Еще раз. Два до четырех. И выдох. Дышим до восьми. Теперь вдох. Отдыхаем. Шесть, семь, восемь. Пауза. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пауза. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пауза. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пауз. Хорошо, поднимаем голову,
руками вперед проходим, вдыхаем. И представляем ногу вперед, которая сзади. С выдохом нас носки оттягиваем. Руки в кулаки сжимаем. Хорошо. Предплечье перпендикулярно полу, локтями толкаем пол. Поднимаем вверх. Спину над полом. Поставьте как можно ближе к корпусу руки. Носки вытяните, шея ровная, глаза в межбровье, корневой замок сжат. Вдыхаем, дых в спине дуга. Да, стараемся подворачивать. Выдох, лопатки сводить. Чувствуем грудной отдел, вдох, можете плечи на пол опустить, если вот так лучше. Выдох. Вдох. Корневой замок помним, сжимаем. Выдох. Еще раз вдох. Опускаемся. Вниз. Натягиваем на себя, поднимаем голову. Локтями отталкиваем пол, вытягиваемся. Руки чуть ниже ягодиц, бедра держат. Выдыхаем. Выдох. Прижимаем поясницу к полу, подбородок к груди. Еще раз, вдох. Плечи вперед, внутрь. Лопатки разводим. Выдох. Переплетаем пальцы, беремся за голову. Толкаем ее вперед, вдыхаем. Вытягиваем, вытягиваем шею сзади, вдох. Меняем пальцы за головой. Вдох. Продолжаем тянуть шею, толкать голову вперед. Вот на голову сжимаете руками. Выдох, чтобы лопатки расходились. И вытягиваясь верхняя часть плечевого пояса. Еще раз вдох. Плотно-плотно голову локтями. Пресс работает, выдох. И изо всех сил голову вперед толкнули, разводя лопатки, освобождая эту зону шеи и плечевого пояса. Хорошо. Опускаемся. Руки в стороны, правую ногу сгибаем, смещаем. Правый таз, левой рукой за правый носок. И скручиваемся. С выдохом. Лицо вправо. Дышим. Так, Андрей, другую сторону. Давай знаем, рука и нога. Нога та, только рука другая. Не, вот как Макс лежит, другая. Да, ага. И руку опускай, другую. Так, плечо на пол и смотри в сторону Макса. Лицо расправлено, развернуто в другую сторону. Ладонь вверх, вверх. И выпрямляем ногу там, которая у нас сбоку. Стараемся плечо опустить. Ногу выпрямить, еще раз вдыхаем. Ну,
Хорошо, разворот. Другую сторону. Просто центр, правую ногу выпрямляем, левую сгибаем, еще. Таз. Правой рукой за левый носок. Таз обязательно сдвинуть в противоположно от скрутки стороны. Все хорошо. Это. Дальше. Еще раз дыхание. Хорошо, выходим из этого положения. Разворачиваемся в центр. Подтягиваем ноги к себе. И покачиваем на спину вперед. Идем, Вирасана. Икроножные мышцы наружу, садимся ягодицами на пол между стоп, обнимаем стопами. Ягодицы, руки за спиной, пальцы назад смотрят, грудь вперед подталкиваем, прогибаемся. Так. Все, хватит одного? Грудь вперед. Колени садите и лопатками проталкивайте грудь, голова ушла назад, горло вытягивается, колени уже. Старайтесь подворачивать и прогибаться в грудном отделе. Еще раз вдыхаю. И выдыхаю. Вдохом. Руки перед собой. Прямая спина. Выдох. Макушка вверх. Вытянулась. Плечи расправились. Поднимаем руки вверх. Два. Оттянитесь повыше из пупка. За плечами, лопатками, руками. Вверх. Выдох. Руки вниз. И выход из вирасаны. Входим в наклон, носки вместе, живот на бедрах, локти переплетаем, расслабляем плечи, расслабляем всю заднюю поверхность тела, шею, лопатки, спину, ягодицы, расслабляем ноги сзади, подколенные сухожилия, живот лежит на бедрах. Колени можно чуть приздебать, вес на носки поддаем. И стараемся расслабиться.
ниже, ниже, глубже. Меняем замок. Поменяли руки в замке локтевом. Еще 20 дышим. Дыхаем. Вот, еще раз. Проходим вниманием от пяток вверх. Расслабляем ноги, ягодицы, спину, плечи, шею. Выдыхаем. Вытянулись. Расслабились. Заднюю поверхность тела. Хорошо. Сгибаем колени. Расплетаем руки. Садимся. И ложимся на спину. Шавасана. Выдохом. Ноги вровь, пятки выталкиваем, плечи расправляем. Голову приподнимаем, вытягиваем шею, массируем волосяную часть головы. Хорошо, помните, оживите зону волос, сюда приток крови даем. Руки вдоль тела, ладони вверх, плечи расправляем, пятки выталкиваем. Пощупайте плечами и тазом, вытолкните пятки, расслабьте все крупные суставы, глубоко вдохните. И с выдохом расслабься. Во всем теле чувствуем легкость расслаблений. Вытяжение, растекание по полу. Отдыхаем. Отдыхаем. Прокатываемся вниманием. Пальцем ног вверх. Расслаблением. Расслабились подошвы стоп, поднимаем пятки, голеностопы, голени, колени и бедра. Полностью расслабились ноги, спереди и сзади, снаружи и изнутри. Руки расслабляем, кисти, запястья, плечи, локти. Расслабляем плечи, плечевой сустав. Руки расслабились по тыльной и по внутренней поверхности. Нижние и верхние конечности расслаблены. Низ живота расслабляем. Область паха, гениталии, промежности анус, ягодицы, позвоночный столб. Проходим вниманием и расслаблением. Позволяем ему вытянуть.
Расслабиться, поясницу, расслабьте лопатки, широчайшие мышцы, трапециевидные. Позвольте всей спине расслабиться. Позвоночник под расслаблением удлиняется, чувствуем легкость в спине, расслабляем правый и левый бок, косые мышцы живота по бокам, прямые по центру, брюшные органы, грудную клетку, межреберные мышцы, грудь, ключицы, легкие, сердце, плечевой пояс расслабьте, заднюю поверхность шеи, переднюю поверхность шеи, горло, всю голову, затылок, макушку, тело. Все, волосяная часть головы расслабилась, все лицо, все мимические мышцы на лице. Расслабляем головной мозг, глаза. Чувствуем легкость во всем теле, легкость, расслабление, покой, воздушность, прозрачность, мир, тишину. Чувствуем в каждой клетке тела гармонию, баланс. Охватываем вниманием всю поверхность кожи. Равномерно внутри тела распределяем внимание. Чувствуем контур тела, ощущаем кожу, представляем вдох через поры кожи. Белый свет раздуваем, вдыхая через каждую пору по всей поверхности тела. Выдох через поры кожи, легкость, расслабление, умиротворение, тишина, покой. Вдох, наполняемся, заряжаемся, белым светом наполняемся. Через поры кожи дышим свободно, в своем режиме. Выдох расслабляющий, умиротворяющий, избавляющий от ненужного. Еще раз вдыхаем, наполняемся, заряжаемся. Раздуваем белый свет. Выдох, расслабление, тишина, покой. Тело парит в воздухе, чувствуем легкость такую в нем. Шевелим пальцами рук, сжимаем, разжимаем. Плечами, головой пошевеливаем. Приходим постепенно в себя, пальцами ног шевелим. Глазами вводим влево, вправо, вверх, вниз, по кругу, в одну сторону, в другую. И с очередным вдохом, с глубоким мы подтягиваемся, вводя руки за голову. Как после сна вытягиваемся. Руки за головой, потянулись, потянулись, потянули. С выдохом на правый бок. Переворачиваемся. Разгибаем ноги в колени. На боку вдох и выдох. И садимся с очередным выдохом. Положение сидя, с прямой спиной, скрещенными ногами. Сжимаем корневой замок. Садимся, садимся. Окошко вверх. Настраиваем ровную линию внутри тела. Вдох. Восходящий по этой линии, выдох. Нисходящий. Вдох, снизу вверх. Выдох сверху. Вдох восходящий. Выдох нисходящий. Еще раз.
Натягиваемся повыше, повыше до вдоха. Им еще выше. И выдох руки. Будьте здоровы. Спасибо. Уважаемые.